сумочка Dior, это не сильно большой размер. Не могу сказать, чтобы она была легкая, она такая прям серьезный вес имеет. Там, конечно, внутри еще есть уплотнение, форма. Тем не менее, она тяжелая. Что хочу сказать по коже. Я бы не сказала, что это супер мягкая кожа ягненка. Бывает как бы и помягче. Это, наверное, кальпс-ледер. Кальпс-ледер – это, ну, телячья кожа. Такая же розовая. Чуть-чуть с перламутром. И тоже тяжелая, весистая, но объем не сильно большой. Вот, короче говоря, если вот потрогать такую сумочку, я думала, кожа мягче. Ну, так не сильно мягкая кожа.